Мои, я сегодня приготовила обед. Это макароны с сыром, с ножками. И сделала вот такой овощной тайский. Это без мяса. Я сделала его с баклажанами. Я все отдельно обжарила. Заправила я соей. Также чуть-чуть сахар, кинза, кристаллики. И получился вот такой салатик. Чесночок обязательно туда идет. Вот такой вот вкусный обед. Всем приятного аппетита, кто кушает. Нам тоже. Вот этот салатик прям изумительный получился. Мне прям он нравится, такой аппетитный. Обжарила, считаю, я здесь и огурчики, и перец красный болгарский, и зеленый, и желтый, баклажанчики и лучок. Тоже все слегка обжарила и заправила. Вот такая вкуснятина получилась. Всем приятного аппетита, кто кушает. И нам тоже.